Смотрите, какая красота. Наш огород. Красивый. Смотрите. Вам все видно? И этих видно. Это вишня. Наша красивая вишня. Это картошка. Помидорчики. Вот они, смертничные. Ты давай, машина, собака, люди. Мы приехали к маминому брату. Это его двор. Здравствуйте! Наконец-то добрались и до вашей хаты. Мама кажет, что так гарно у дяди Лёни, так гарно. Я и хочу запечатлить всю красоту. Ветер сегодня вообще. Видишь, за рулем была. Да я больше. Да? Дивись, як гарно. Слава Богу, що, блядь, велик ось так. Да-да, їде, говорю. Каною в бок. Може, ти так всі гнали. Ти правильно. Да, що я це ще рожу. Людину напугає. Що це? Тим более, ми дивись, ми ще вище об'їхати треба. А це огорожено, що туди так би нельзя. Привіт, собака. Що бабушка ходила в тарелку. А, все, я понял. Привіт, собака, як діля? Добрий день! Погано, що робити? Тож треба ж якось поздоровитися. Живність. Вам не жарко, птички? Ой, запах. Запах просто... Духи французькі. Кру-кру, привіт! Улыбочка, давай. Скажи здрасте. Привет, Кирючу. О, чё это? Машка и Глашка. Насрала там и, собственно, что не было. Чё ж вы такие вонючие? Это ж вот. Привет. Оно еще и так пахнет. Ой, наше вообще просто. Охренисимо. Где-то тут козленок их должен быть. Куда дели козла? Нет, Ваня. Так. Так, красиво. Все, козла забили. Ты видео снимаешь или? Сниму видео, да. Маме покажу. Хотя она видела. Тоже на память сниму. Красиво. А это что, теплица? Да, типа теплица. И что мы тут выращиваем? Бачишь? О, экзотические какие-то растения. Да, и помидорки. Тоже. Это то, что не растет у нас на огородах. Надо выращивать в аквариуме. А это перегной, да? Да. Короче, навоз. А то уже соседский огород получается. Да, да, да. А это туалет, оно рабочее? Рабочее? Со смывом, наверное. О, а это глазок в туалет, чтобы видно было, что там занято, да? Там такое сидело. О боже, и что, действительно сидело? А что делать? Ужас. Представляю, сколько там гидеза на том сиде. Проще уже за туалетом где-то на ромашке дела свои сделать. И коровка должна быть у дяди Лёни, она наверное, пасётся. Ветер такой. И вот то дальше тоже дядь Коля, дядь Лёнин огород.
О, все, и туда прямиком можно в лесочек поехать. Вот так вот. Село моего детства. Очень слабо там еще лежит. Да. Бедненькая сидит там. Хочешь, хату возьмем?